Всем привет! Сегодня съездил в Краматорск, 70 километров примерно проехал, и на этом расстоянии увидел два ДТП. Как-то многовато за один день и за такой небольшой километраж. Вот город Краматорск, улица бывшая Орджоникидзе, сейчас не помню, как она называется. Что тут произошло, я не знаю. Видно, стоит полиция. Кто знает, напишите, что тут было. Надеюсь, ничего серьезного. Видно мотоцикл. В общем, ребят, кто знает, напишите, что здесь было. А это уже Лиманский район. Я всегда, когда такое вижу, вспоминаю фильм «Пункт назначения». Вот такие перегруженные бревнами машины большие. А впереди, я так понимаю, такой же прицеп, но только уже перевернулся. Я не пойму, зачем так много нагружать? Это жадность или что? Ну, пожалуйста, люди, думайте о своей безопасности и безопасности окружающих. У меня все. До новых встреч.